Это наш автобус на Тромсо, такой красивый двухэтажный. Delante de ese camión no hay nada. Porque sí, hay. No hay nada. Mira, allá un camión. Кажется, мы приехали. Вот мы едем на Тромсо. Должны уже были приехать, но только полпути проехали. Простояли в пробке 2 часа. Из-за снега, наверное, не могли проехать грузовики и автобусы. Но легковые по встречной проехали. А вот автобус не смог. Стояли там, стояли. Ой-ой-ой. Тут снег идет. Какая-то остановка, будут менять водителя, сказали. Наверное, и вышло его рабочее время. Как раз должны были уже приехать, как раз, да. А только полпути, вот так вот. Приехали в этот Тромсо. Опоздание составило 2 часа 10 минут. Вместо 4 часов ехали почти 6,5. Здесь сразу яхты какие-то стоят или паромы. Вот мы только вышли. Вот эта автостанция, вышли из нее, и здесь прямо кораблики стоят. Красиво здесь. И совсем не холодно, тепло даже, как для Заполярья. Смотрите, там гора сзади какая-то. Красиво здесь, да? Да, здесь светло, красиво. Современно все. Только вот дороги скользкие, как и везде. Это вот проблема. Здесь вот на тротуаре нет снега. Наверное, он с подогревом. Везде бы такие поставили. Так нет, только возле некоторых гостиниц очень дорогих. И некоторых магазинов. Больше нет таких полов теплых. Мы сейчас в центре Тромсо. Здесь такой собор есть. Это пешеходная улица без снега. Видимо, здесь подогрев. Все бы такие улицы сделали. А это собор какой-то тут. Красивый. И здесь новогодние украшения. Смотрите, это библиотека такая тут. Огромное здание, наверное, самое большое в городе. Зачем она такая большая тут? Там внутри видны книги, стеллажи с книгами, и люди сидят за компьютерами. Автобусная остановка в Тромсо, в Заполярье. Она обращена выходом к тротуару, а к улице стеклом. Вот здесь есть схема линий. Но тротуар здесь не чищен, здесь не сядешь на него. Можно с другой стороны. Здесь она, наверное, не используется. А вот здесь другая остановка, которая используется. Сейчас посмотрим, как люди садятся на автобус. Thank you.
Здесь сделали вентиляционную шахту в форме таких цветов деревьев. Как известно, Норвегия добывает много нефти. Значит, бензин должен стоить дешево. Вот смотрите, здесь какие цены. Это цена в норвежских деньгах. Если в евро, то нужно поделить на 10. Бензин евро 90 получается за литр, и дизель евро 80. То есть, хоть они добывают нефть, но цены здесь одни из самых высоких в Европе на топливо. Даже отопление в домах электрическое, я удивлен. Здесь, наверное, электричество дешевле, чем топливо. И много машин электрических у них. Вот снова мы в центре Тромсо. Смотрите, что мы тут нашли. Кто-то забыл велосипед осенью на стоянке. Снова северное сияние в Тромсо. Конечно, на эту камеру не сильно видно.